Ай, ёб твою мать, последняя бутылка воды. Все, всем привет, друзьяшки, с вами Леон, и сегодня я решил поиграть с вами, дорогими моими друзьями, в GTA San... А, нет, это уже, ребятки, не San Andreas Multiplayer, это криминальная, мать его, Россия. И сейчас я немножко отступлю от того, что вообще я здесь делаю, зачем я здесь... Хочу сказать проще. Этот, сука, сервер, блять, просто проклят. Этот сервер, сука, проклят. Потому что я уже третий или второй день пытаюсь записать на нем хоть какой-то материал. Но, блин, понимаете, все бы ничего, если бы Криминальная Россия мне бы не понравился. То есть он мне реально понравился. Я впервые зашел на этот мод, хоть меня давно уже спросили, чтобы я зашел поснимать здесь, что-то побегать с вами. Поугарать, так далее. И я поймался на мысли, что в принципе почему бы и нет, так как я соскучился по сампу в принципе, но я там уже просто все уже делал, все что можно было. А Криминальная Россия, как вот вы можете видеть сейчас, я просто бегаю, сейчас вам буду показывать, она выглядит свежо. То есть здесь совсем другая карта, тут заменены модельки, здесь заменено, сука, все. Но, блять, я сейчас у меня горит, реально горит. Я сейчас вот на первых эмоциях, как только у меня сейчас очередной косяк произошел с записью этого добра, вот решил все-таки сесть и записать этот ролик, записываю один. В общем, вчера мы записывали с Аленой, мы прям зашли сюда, такие: о, ничего, так прикольно, да, давай побегаем, посмотрим, что кого. Начали бегать, и понимаете, в чем прикол? Как только я завершил запись, я заглянул в записи Бандикама и обнаружил, что клиент Криминальной России вот этой отличается от клиента самповского. Не знаю, каким образом он отличается, но захватить Бандикамом окно игры, чтобы он записывал, это целый геморрой. То есть все записи, которые я тогда делал, они канули в лету, потому что был тупо черный экран. Я разобрался, как сделать так, чтобы записывать без черного экрана, но это пипец, танцы с бубном. Из-за этого у нас запоролась одна серия, снятая с Аленой. Короче, сейчас я как записываю? Я включаю запись, она записывается полностью черной, без экрана. Но следующая запись каким-то чудом начинает записываться правильно. А потом, когда я выключаю запись, следующая запись опять записывается косячно. То есть, понимаете, через раз. То есть, нужно сначала включить запись, выключить, а только потом уже включить запись, чтобы она записывалась нормально. Благо, я это дело раскусил, и сейчас могу хоть как-то это дело записывать. Но у меня вчера очень знатно пригорело, потому что целую серию с Аленой мы записывали. Вот. Сегодня я подумал, все будет гораздо круче, потому что ко мне присоединился Кирилл Слеперон, и мы с ним даже записали две серии сегодня. Но какого-то хера после манипуляции с Бандикамом, который я хотел, который совершал, чтобы записать этот сервер, сделалось так, что микрофон захватился от веб-камеры. Какого, сука, хера, блин, он захватился, вообще не понимаю, там запись качества такая отвратная. Привет. Нормально ты там себя блеванул. Фига он так-то. Фига ты так-то, слышишь, ну ничего. Какие текстурки. О, семерка, запор. Запор. Девятка. Слушай, что это семерка, это четверка, ты что мне рассказываешь? Не-не-не. Да у моего деда такая. А, точно, точно. Вот, ну ты и Россия. Все, разнесут, все унесут. То есть, понимаешь, мы уже здесь диктуем свои правила. Мы уже тут диваны посреди улиц ставим и отдыхаем. Не, я, конечно, слышал, что асфальт в России плохо кладут, но... Это, знаешь, это Россия утопия, потому что бомжи могут себе спокойно позволить кататься бесплатно на таких обалденных скутерах. Оружие, блин, как супермаркет мороженого, сука. Что-то ассортимент у вас... Паскинградцем такой, знаешь, с оружием, у вас нет лицензии. Какая это Россия, если тут лицензия нужна? Не говорю, все по талонам. Ну, колбасу где-нибудь по талонам продавали. В общем, ребятки, в любом случае у меня рука не поднимается показывать вам такой материал. Ну, блин, согласитесь, не очень. В любом случае, я решил, что поиграть на этом сервере так или иначе нужно, несмотря на то, что он, падла, так проклят. Потому что, ну, блин, классно, вот, смотрите, где еще увидишь вот такую замечательную рекламу? Жигулевская? Я лучше кишками буду дристать, чем посажу себе печень просто. Вот, ну, с юморком. Сервер...
сразу вспоминается, знаете, Postal 2, штопор жжет. Вот кто-нибудь, если играл, вот, вот поймет меня. И вот, я не знаю, может быть, сервер такой маленький, хотя он не такой, чтобы маленький, но иногда, ну прям, ну довольно даже часто, скажу я вам, попадаются прям РПшные игроки. Не просто РПшные, но какие-то убер РПшные, что они аж на красный свет останавливаются. Вот, вот смотрите, таксисты. Прям вот дорожное движение, оно прям чувствуется здесь, что ли. Вот давайте пронаблюдаем, вот едут машины. Вот я на красный сейчас проехал. Так-то хрен с ним, но вот реально очень часто замечаю то, что игроки останавливаются на красный свет. В общем, реально атмосфера классненькая. Тут еще за городом вот этот вот райончик южный, он небольшой, и в принципе карта она сама по себе очень большая. Ну вот, вот тут вот, пожалуй, я остановлюсь, даже расставлю свой скутер, забираю бро. Вот, все, катайся на здоровье. Сейчас мы посмотрим. Вот я прям думаю, что что-то стимулирует игроков останавливаться на красный свет. Вот зеленый. Хотя я, знаете, я, кажется, уже догадываюсь, что вот красный свет, я пешеход. Я вот иду. Остановился. Красный свет, как бы. Вот так. Вот куда ты едешь, чувак? Видишь, я пешеход. Тут красный свет, между прочим, для тебя горит. Для кого горит красный свет, а? Вот, что-то, короче, в этом есть. Вы видите, я вот, честно сказать, немножко в шоке пребываю. Мне вот, честно признаться, вообще неловко. Ну, конечно, на каждом сервере есть свои НРПшники. Это по-любому, от этого никуда не деться. Ты сейчас не имел права меня бить шокером. Ну, свежо, согласитесь, ребятки. Вот сейчас вот в этом поиграть, и я вот лично, все, я готов. Я тут останусь на какое-то время, мы с Кириллом будем бегать, смотреть, снимать это все. Если захотите с нами поиграть, можете присоединиться, я ссылочку оставлю. Главное, не забудьте еще подгрузить мод-пакет, который на сайте там сделан, чтобы видно были вот эти вот русские модельки. Вот что это? Вот, блин. Вот пьяные водители, они и вражки пьяные водители. Даже на серверах вот пьяные. Только на сервере мода Криминальная Россия вы можете спускать с рук вот это вот пьяное поведение водителей, вообще, блин, капот отлетел, ништяк. Потому что это же Россия! Вот просто вот один ответ на все. Это же Россия. Ну и вот опять же, допустим, смотрите, красный свет, зеленый моргает, успеть перебежать дорогу, перебежать. Вот, зеленый горит, поехали. Все, ну, блин, классненько. Я люблю играть бомжом и наблюдать то, как живет сервер. Вот реально, ребят, люблю отыгрывать массовку, вот это мое. Ну, естественно, если я один. Если я не один, то, конечно, хочется чего-то более масштабного отыгрывать, допустим, отравление гамбургером, но это уже совсем другая история. А на этом, пожалуй, ребятки, все. Надеюсь, вам понравилось. Еще раз прошу прощения за мою бомбежку в самом начале. Я думаю, она вам даже понравилась. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на каналчики. Всем удачки и всем шаверму. Нет, лучше тортик. Да, лучше тортик.